Всем огромный привет, дорогие друзья! У нас сегодня с вами видео из рубрики «Обзор покупок в Аудрис». Кому интересен данный контент, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также заглядывайте в плейлисты «Обзор покупок в Аудрис», чтобы посмотреть предыдущие видео. У меня на канале достаточно много. Все артикулы на товары будут под этим видео в описании. Всем приятного просмотра! Мама купила себе такие штаны, я взяла у нее, чтобы снять обзор. И я понимаю, что я тоже такие хочу. Посмотрите, какие они классные. Во-первых, они очень тонкие, то есть на лето вообще будут просто идеальны. Тонкая-тонкая ткань, широкие, то есть будут продуваться так хорошо. Ну, выглядят они вот здесь вот таким образом, бантик какой-то такой интересный. И резинка, она не плотная, то есть она такая нормальная, сильно не давит. Хорошая такая резинка, и там разные расцветки, она говорит, были, поэтому надо попробовать тоже заказать такие штанишки. Они мне очень понравились, на лето просто идеально. Также мама заказала себе, купила вот такую вот, ну, рубашку, блузку черного цвета, я так понимаю, вот к этим вот штанам неплохо будет, ну, в принципе, да. Значит, такие вот здесь пуговицы интересные тоже, они смотрятся так хорошо. Ворот такой вот. Легкая тоже, очень такая тонкая на лето. Размер 50. Так, что тут еще у нас есть? Состав какой здесь? Не указано. А, нет. Блузка летняя, офисная написано. Размер 50, цвет черный. Ну, состав здесь не указан. Ну, я думаю, что это можно прийти по артикулу и посмотреть. Он в любом случае там будет. Рукава таким образом сделаны. Ну, круто, такая тоже легкая, вот тут вот проймки такие, вырез такой, с одной и с другой стороны. Ну, такая симпатичная рубашечка, говорю, под эти брючки, под эти штанишки очень хорошо подойдет. Ну, а теперь мои покупки, показываю то, что купила себе я. Такой вот бюстгальтер купила. Я уже показывала в своих предыдущих обзорах именно вот этой фирмы, этого бренда. Я покупала себе бордовый и белый. Ну, и решила, конечно же, купить черный, чтобы черный тоже был. Очень удобный, очень мне нравится. Такие вот здесь лямки. Регулируется все вообще идеально. На большую грудь вообще замечательно. Только имейте в виду, что они очень маломерят. То есть я беру себе на 2 размера больше, и тогда идеально сидит. Значит, что у нас здесь написано? Так, перевернуть надо. Так, что написано? Размер 90D, черный. Полиэстер 84%, спандекс 16%. Ну, они вообще, говорю, хорошие такие, такой бюстгальтер. Я говорю, третий цвет себе уже беру. Такие вот чашки. Постирать его и носить. Ну, постирать, потому что он новый, естественно. С биркой всегда стираю новые вещи, либо глажу. Мужу купила такую футболку, ну, самая обыкновенная майка, футболка такая. Знаете, она очень и очень плотная оказалась. Прям такая вообще... Ну, плотная. Размер у него 56. Значит, что у нас получается? Состав 95% хлопок, 5% эластан. Произведено в Узбекистане. Ну, обыкновенная такая футболка. Плотная, там были разные цвета. Она недорогая, поэтому мы ее и купили. Честно говоря, попалась мне в ленте в рекомендованных. Думаю, ну, почему бы не купить мужу лишнюю футболку. Себе я купила вот такие вот велосипедки. Шортики такие. Ну, так как я катаюсь на велосипеде, мне они были просто необходимы. Очень удобно. Такие вот велосипедки. Ну, такая вот ткань. Может быть, тоже кто-то велосипедист, и ему тоже понадобятся такие шортики. Резинка здесь такая. Померила. Все нормально, все хорошо. Размер, получается, на размер больше взяла. Или у меня уже такой размер, или на размер больше. Не, ну что-то я 46 беру, что-то 48. Это 48 размер. Получается, вот такие вот удобные, хорошие шортики для велопрогулок. Купила себе такие же штанишки, как показывала в предыдущем обзоре. Вот мама себе покупала, только другой расцветки. И я решила их взять. И они мне очень понравились. Здесь такая удобная резинка. Она не тугая, ну и одновременно, ну, нормальная. То есть, да, бывают такие резинки, которые такие вот тугие, как бы. Нет, здесь резинка вообще нормальная. Вот такую расцветку себе выбрала. Ну, однотонные. Там разные расцветки были, такие цветастые какие-то. Ну, вот я выбрала себе именно такие. Они очень-очень тонкие вообще вот такие. То есть, на лето будут просто идеальные.
И, ну, в общем, мне они понравились. Я померила на пункте выдачи, это просто идеально и по длине, и вообще. Поэтому, кому понравились такие штанишки, приходите по артикулу и смотрите, выбирайте себе расцветки, они самые разные. Зубные щетки в комплекте 2. Я уже такие покупала, в принципе, они меня устраивают. Там разных цветов они, я выбрала вот именно такие в этот раз. По поводу жесткости, здесь я бы сказала средней жесткости. Щетина с древесным углем написано. Ну, нормальные такие щетки. Как бы менять их все равно надо постоянно, поэтому я уже остановилась на этих. Пока что они меня устраивают. Здесь, как бы говорю, средней жесткости, то, что надо. Мюсли. Вот такие вот с кусочками шоколада, шоколадное ассорти написано. Ну, отзывы такие все были хвалебные. Посмотрим, что они из себя представляют. Так, сколько здесь у нас объем? Объем у нас здесь 250 грамм. Ну, состав, в принципе, по артикулу перейти и посмотреть, кому интересно. Ну, будем пробовать. Судя по отзывам, они очень хорошие. Смотрите, какие классные такие шлепанцы для дома. Ну, можно не для дома. Кому как. Вообще, ну, как тапочки, например, носить дома. Посмотрите, какие они. Высокая такая вот здесь подошва. Они литые. Единственное, что цветок может отвалиться. Но это вот самое плохое, что может произойти. Хотя нет, он так достаточно твердо сидит. В общем, очень они мне понравились. Там были в разных цветах. Но этот вот именно в этом цвете очень хорошая цена была. Там раза вообще в два ниже цена была. Дешевле они были, чем в другом цвете. Такая вот здесь даже подошва какая-то. Ну, видите, да? То есть неровная такая, рифленая или что. В общем, классные такие шлепанцы, очень они мне понравились. Можете посмотреть, как бы они симпатичные такие, там или на море поехать, или дома носить в качестве тапочек. Вот, у меня здесь 37 размер. Поэтому вот такие вот шлепанцы. Смотрите, там еще есть и в другом цвете. Это у нас такие домашние шлепанцы. Это я взяла тоже показать. Ну, мама себе купила. Я ее уберу показать. Да что ж такое? Так, вот таким образом они выглядят. Такие вот домашние шлепанцы. Так, что тут у нас написано? Глоск. Размер 39. Ну, у нее 37, где-то не знаю, что она взяла себе 39. Наверное, они маломерят. Но она говорит, померила. В принципе, они нормальные. Тоже они такие литые. И я думаю, что они будут удобные. Домашние тапочки для старшего сына. Тоже вот так вот они выглядят. Это 43 размер. Они маломерят, поэтому пришлось брать на размер больше. И они ему подошли. Ну, такие вот, значит, сейчас покажу. Вблизи нет, надо этот убрать, чтобы показать, как они прошиты, как они сделаны, не фокусируются. Ну, такие, в принципе, неплохие тапочки. Он себе их выбрал, очень долго выбирал, остановился на этих. Они вот здесь вот такие вот мягкие, то есть получается, ну, удобно будет, ничего натирать не будет, поэтому, ну, такие обычные домашние тапки. Штора для ванной. 180 на 200 сантиметров. Но она обыкновенная, без рисунка. Тут как бы такая прозрачная. То есть никакой яркости здесь нет. Даже еще не стали распечатывать. Просто она, ну, запаянная. Все здесь нормально. Вот эти вот, значит, чтобы крепить штору, все на месте. Ну, как бы, как вариант тоже можете посмотреть, если кому-то нравятся вот именно такие, как бы без каких-то ярких рисунков. Ну и что здесь написано? Прочный материал, не впитывает запах и грязь, устойчиво к плесени, без токсинов. Кольца в комплекте, износостойкая, цвет не меняется со временем, вода быстро стекает, быстро сохнет, не оставляет следы. Ну, обычная такая штора для ванной. Ну, вот таким образом выглядит эта штора. Даже какой-то, знаете, 3D-эффект, что ли. Ну, в принципе, там так и писали. Как бы, ну, очень даже ничего смотрится, мне нравится. Так, это у нас получаются такие вот ручки силиконовые для москитных сеток. Здесь у нас 8 штук. Вот такие вот ручки. То есть, если кому надо, тоже имейте в виду, что они там и есть в наличии на Валбересе.
Так, это у нас чеснок сушеный, молотый, натуральный 100%. Пахнет даже вообще очень сильно, учитывая, что он вот так вот закрыт. И даже через пакет, там еще в пакете был, и даже через пакет очень сильно пахнул. Ну, такой чесноком пахнул, естественно, хороший такой нормальный чесночный запах. Сколько у нас здесь получается? 300 грамм. Так вот он выглядит. Ну, так что вот, имейте в виду, сушеный, молотый, 100% чеснок. Купила себе вот такую вот желтенькую маечку. Ну, камера не совсем передает цвет, он более такой насыщенный, более желтый, но такой, знаете ли, не вырви глаз, такой спокойный. То есть очень мне нравится и вот этот вот принт, вот этот вот рисунок, как бы вообще. Я поняла, что у меня нет ни одной желтой майки, ну, футболки имеется в виду. Оранжевая именно майка есть, оранжевая, а футболки нет. Я заказала размер 48. Всегда беру на размер больше, чтобы было посвободнее летом. Хлопок 100%. Вот таким образом она выглядит. Вот так вот сделаны рукава. Ну, здесь, наверное, имеется в виду, чтобы они не, ну, не оттопыривались, да, поэтому. Вот, померила ее, очень мне она понравилась. Так, что у нас здесь? Состав хлопок 100%, размер, ну, размер, да, 48, футболка женская. Сделана в России. Ижевск, Удмуртская республика. Ну, хорошая такая маечка, там были разные совершенно расцветки. Вот я выбрала себе именно такую, желтенькую. Такую зелененькую футболку взяла старшему сыну, правда, еще не мерил ее. Тоже вот камера не передает цвет, она на самом деле темнее. Как бы вот здесь вот слева видно, что она вот такого вот цвета, как бы темно-зеленого. Просто она пришла такая мятая, но она, естественно, нормальная с ней. Просто она была так вот упакована, как-то вот скомканная такая. Производство Узбекистана, эта футболка дешевая такая была. Я взяла просто до кучи, как бы, чтобы было, так сказать, ворот вот таким образом сделан. Размер это тоже 48, но здесь больше ничего нет, только вот это вот. И все, собственно, ну такая обыкновенная футболка. Как говорится, можно и вниз, под низ, или просто на лето она достаточно такая, ну, тонкая. На лето будет хорошо, на жару. Так, это у нас получается поворотный тройник в розетке. Белые две штуки. Ну, так вот выглядит. Кому надо, тоже можно прикупить. Дальше вот такая вот скатерть, но я не буду полностью ее разворачивать. Как бы я давно хотела такую заказать. Есть у нас зимний вариант, я уже показывала на новогодние какие-то праздники. А теперь надо летний вариант скатерти, чтобы, ну, ты же не будешь стелить на стол, как будто там Новый год, елки, украшения, все дела. И вот эту вот такая, ну, приятная, очень нравится. Тоже давно хотела ее. Значит, у нас здесь что написано? Скатерть одна штука, 100 на 140 коты, материал рогожка. Поэтому кто ищет себе скатерть, обратите внимание вот на эту. Мне, например, она очень и очень понравилась. Такая симпатичная, с котиками. Так, это у нас мюсли, либо, как правильно, готовый сухой завтрак гранола, натуральная. Состав хлопья, цельнозерновые, овсяные, патока, рис, воздушный, отруби овсяные, масло подсолнечное, соль, корица, антиокислители, скорбиновая кислота, альфа-токоферол, подсластитель, ну, такой-то. Ну, в общем, вот такая вот гранола на завтрак. Ну и, собственно, паприка копченая, 150 грамм. Значит, что у нас тут написано? Состав: паприка копченая, красная. Срок годности 12 месяцев, изготовлен февраль 2024 года. Ну, таким образом она выглядит. Ну, поэтому, кому надо, можете тоже прикупить себе вот такую вот паприку. Такая обыкновенная белая, как говорят, базовая футболка взяла старшему сыну, просто потому что была по хорошей цене. 48 размер. Ну, вот так вот сделан ворот, швы, как бы все ровно, все хорошо. Ну, обыкновенная такая футболка белого цвета. Артикулы под видео в описании. Может быть, цена еще не изменится. Они же постоянно цены меняются. Тем более, вот у нас в Беларуси одни цены, у россиян показывают другие цены. Поэтому приходите по артикулу, ну, вдруг будут еще нормальные цены. Как бы, я считаю, белая футболка всегда должна быть и не одна. Купила помаду. Значит, там были разные совершенно цвета. Выбрала я именно. Сейчас я ее, конечно же, открою, покажу. Вот такой вот. Ой, вон там было две помады сразу просто в комплекте. Это у нас получается 811, сейчас он 118 тон. Сейчас я открою, покажу.
Ну, вот такой цвет у помады. Ну, вот мне нравится такой оттенок. Там, говорю, самые-самые разные. Цена тоже очень хорошая. Они одинаковые, два одинаковых. Отзывы хорошие. Цена хорошая и, как ни странно, отзывы хорошие и очень много покупок. И еще одну футболочку такую себе купила. Ну, такая просто белая. Давно на нее смотрела, думала, взять, не взять. Потом цена стала ниже. Думаю, ладно, возьму. Ну, вот нравилась она мне. Чисто белая, с таким вот рисуночком, как бы. Ну, такая обыкновенная, нормальная футболочка. Размер 48, да, чтобы посвободнее было. Ну, поэтому. Там были, например, черная с белым сердечком. Ну, вот я взяла белую с черным. Всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Еще раз напоминаю, чтобы вы не забывали подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Заглядывайте в плейлисты «Обзор покупок в Валберес», чтобы посмотреть предыдущее видео. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока!